наличие на скамейке запасных никого иного, как Ильи Грузнова. Вы представляете, игрок основы оказался в запасе у молодежки. Что это? Это тактический ход или это воспитательная мера? Не знаю, а пока удар поворотом, и этот удар заблокирован, угловой будет. Игрок, который имеет опыт выступления за Академию Тамбова, тоже есть что доказывать ему, потому что первые его игры были не самые удачные. Момент у факел, но блокируется этот удар. Следует замена. А в данной ситуации Павел Хадеев оказался на газоне. Штрафной удар в исполнении Царукяна. Неплюев забрасывает удар. Поворотом следует штанга. Вот это момент. Снова Царукян в борьбе. Снова Царукян на оперативном просторе. Есть предложение слева, например, Царукян. Сам передачу отдавать не станет. И бил поворотом Валерий Царукян. Теперь наблюдаем за тем, что в этот раз Набатов своим партнерам предлагает неплохой навес. И Бронников на добивании. Бронников в перекладе на добивании. Еще одно. Неточная передача. Набатов. Классно продвигается Арсенал на чужую половину. Бьет поворотом. Высоко. Злобин прорывается. Будет прострел делать. Добивание поворотом. 1-0. Через один фланг попробовали. Через другой. И все-таки... правый фланг оказался, как и в прошлом матче для «Факела», левый фланг обороны оказался уязвимым. 37-я минута, 1-0. Налево, и атака продолжается. Арсенал, и удар поворотом совсем близко, как кажется, по этой позиции. И сейчас Стрельчук с мячом, и этот удар... он происходит, но заблокирован. Злобин с правого фланга бьет поворотом. Кортнев. Федин прошлую игру также проводил в составе «Факела». Подача штрафную и снова штангу. Да что ж сегодня за день такой, а? День каркаса ворот. Та линия, которая разделяет поле с рабочей зоной и вне его. Якушин поворотом ударит. И Кортнев! Даже не торопится. Это, мне кажется, очень мягкое в этом случае выражение. И момент. И 2-0. Значит, был смысл в этом. Значит, был в этом смысл углового удара. И Арсенал уверенно развивает свое преимущество, забивая второй мяч. Не совсем удобно для правой ноги Мануковского прямой удар делать. Возможно, подача будет. И подача опасная, интересная. На дальнюю штангу Александр Мануковский... 83-я минута подходит к концу, уважаемые зрители. Остается 7 основного времени. Грузнов что творит? Но в ворота не попадает. Ошибка была. И абсолютно никаких шансов на быструю атаку у «Факела» сейчас нет. Только если быстро убегут, Кортнев вылавливает мяч.